Третий и последний участок Архангельского шоссе от Ягринского до узлового проезда сдадут раньше на 2 недели. Уже завтра днем дорога будет открыта для легковых автомобилей и общественного транспорта. А значит, сократится и время в пути автобусов, которые следуют в сторону областного центра. Третий участок Архангельского шоссе откроют завтра в час дня. 2500 метров трассы по муниципальному контракту обошлись федеральному бюджету в 178 миллионов рублей. За 5 месяцев рабочие выполнили перекладку инженерных сетей, уложили тротуарную плитку, дорожное покрытие и бордюры, проложили ливневую канализацию. Сейчас на объекте идет наладка наружного освещения и благоустройство территории. С открытием нового участка трассы автобусы номер 133, 138 и 150 пустят по прежнему маршруту.